Яна Чурикова – телеведущая, журналист и актриса. Известность ей принесли программы MTV, но всероссийская популярность накрыла Яну после старта проекта Первого канала «Фабрика звезд». Ведущая была благодарна за опыт, но не скрывала, что работа над шоу талантов сопровождалась трудностями. Биография Яны – это история стремительного взлета и карьерного роста. Но что происходило за кадром и как складывается ее личная жизнь? Яна родилась 6 ноября 1978 года в Москве. Детство девочки прошло в Венгрии, куда ее папу военнослужащего направили после окончания института. Декорации, на фоне которых росла Яна, были богатейшие. Гарнизон, аэродром, окопы. Яна с другими детьми искали гильзы и патроны, наблюдали за самолетами и вертолетами, лазали к радару. Городок назывался Техель. Девочка мечтала стать стоматологом или палеоботаником, а когда впервые попала в Будапештскую оперу, то увлеклась искусством. В 1990 году Чурикова вернулись в Москву, которая, как показалось Яне, встретила их неприветливо. Во дворе она ни с кем не дружила. Настоящие друзья у Яны появились в 13 лет, когда она пришла работать журналистом в газету «Глагол». Детям доверили целую газету. После школы Чурикова подалась на журфак МГУ. На телевидении Яна пробилась в 96 году, когда молодых журналистов из «Глагола» позвали на программу Владимира Познера «Мы». В студии развернулись дебаты, и в отведенную минуту Чурикова озвучила свое мнение по поводу политической ситуации в стране. После записи на выходе девушка столкнулась с Кирой Прошутинской, пригласившей ее на практику на АТВ. После этого у Яны было много проектов. Долгие годы она не сходила с экранов телевизоров. Все самые популярные передачи, кажется, вела именно Чурикова, иногда в паре с кем-то из мужчин. А это 9 сезонов «Фабрики звезд», музыкальный конкурс «Евровидение», «Жестокие игры», «Доброе утро», «Большое кино», «Золотой граммофон», фестивали «Жара» и «Рождество на Роза Хутор». В 2013-м Чуриковой доверено возглавить легендарный канал MTV «Раша», спустя несколько месяцев стать руководителем молодежных и музыкальных телеканалов холдинга Viacom в России. С февраля 2022-го – Paramount Global. На официальном сайте телеведущая пишет о себе без доли стеснения. Яна Чурикова – ярчайшая звезда эстрады и телевидения, одна из самых популярных ведущих страны. Здесь же отмечается, что она обладает не только талантом, невероятной эрудицией, чувством юмора и обаянием, но и харизмой. С легкостью очаровывает зрителей как небольших камерных залов, так и многотысячных концертных площадок. Именно поэтому мероприятие, ведущей которого является Яна Чурикова, автоматически приобретает статус звездного. К слову, сам себя не похвалишь. Как только Яна появилась на экране со своей фамилией, ее тут же нарекли дочерью знаменитой актрисы Инны Чуриковой. Поразительное внешнее сходство долгое время не давало покоя поклонникам обеих. По словам телеведущей, мамой эту гениальную артистку она называет лишь в метафизическом смысле. Яне весьма импонирует поразительное сходство с ней, но их связывала только общая фамилия. В 2021 году обе Чуриковы встретились после премьеры спектакля актрисы в Театре наций. И Яна опубликовала общее фото с искренними словами признательности за талант. Перешагнув свое 40-летие, Чурикова находится в прекрасной форме. И это тоже благодаря собственным усилиям. Яна с юности имела склонность к полноте, а начиная карьеру тележурналистки, и вовсе весила около 90 килограммов. Однажды она увидела себя в кадре вместе с партнером Антоном Камоловым и потеряла дар речи. По словам Чуриковой, она выглядела в 4 раза больше, чем ее соведущий. Решив срочно похудеть, девушка перестала есть, пила лишь подкисленную лимоном воду. Первые результаты появились довольно быстро, но вместе с уменьшением размера одежды уменьшалась и работоспособность журналистки. С 95 килограммов Яна похудела до 55 и заработала проблемы с памятью и щитовидкой. Только благодаря маме, настоявшей на визите к врачу, со временем Чурикова поняла, что сбалансированное питание просто необходимо организму. В ее рационе есть мясо, рыба, овощи. Для поддержания себя в стабильном весе Яна предпочитает занятия в зале, пилатес и йогу. О неправильном образе жизни и благополучном выходе из него ведущая с удовольствием рассказала в интервью, чтобы предостеречь девочек от неверных шагов. Личная жизнь Яны не раз становилась предметом обсуждения. Хотя она и старается держать все подробности в тайне, многие из них нет-нет, да и становятся достоянием общественности. С Григорием Алексаняном Яна познакомилась на концерте финской рок-группы. В тот же вечер мужчина заявил, что Чурикова станет его женой, и девушка решила не спорить.
Это был гражданский брак с музыкантом, официально не зарегистрированный и не слишком счастливый. Пара жила в квартире, купленной родителями Чуриковой. Григорий не стремился зарабатывать. Он хотел довольствоваться тем, что ему пошлют свыше. Карьера Яны в то время набирала обороты, а Григорий большей частью сидел дома, не стремился к активной деятельности, чем сильно раздражал свою целеустремленную супругу. Чурикова пригласила Гришу в свою программу, но это не дало никакого результата. Гражданский супруг не стремился что-то делать, ему это было неинтересно. Яна все больше начинала разочаровываться в нем, в доме начались ссоры. В итоге союз распался спустя 3 года. Чурикова рассталась с Алексаняном без сожаления. Второй муж, телережиссер-документалист Иван Цыбин, был на 9 лет старше Яны. У них случился служебный роман. Иван тщательно следил за продвижением Чуриковой, давая ей профессиональные советы. Однажды вполне буднично предложил ей выйти за него замуж. «Мы сидели, разговаривали, а потом Ваня заявил: „А выходи-ка ты за меня замуж“. Это было быстро, но я знала, что делаю все правильно. Он казался моим человеком. До этого я считала, что официальный брак – фигня. Пошли в ЗАГС, там нам поставили штамп, вот и все. В 9:50 была свадьба, а в 12 у меня съемка, а у мужа монтаж». Для Цыбина брак с Чуриковой 3-й по счету, и у него уже были дети. Но родить совместного ребенка от него Яна не смогла, несмотря на бесконечные походы к врачам, обследование и лечение. Причиной развода с Иваном послужила новая любовь Яны. В 2009 году Чуриковой был предложен пост главного редактора издания «Вива». Бизнесмен Денис Лазарев входил в совет директоров журнала и был непосредственным начальником нашей героини. Очередной служебный роман, который пара поначалу тщательно скрывала, вскоре стал достоянием общественности. Чурикова развелась с Цыбиным, переехав жить к Лазареву. Вскоре родилась их дочь Таисия. А еще через 2 года Денис официально женился на Яне прямо в день рождения их девочки. Женщина занималась карьерой, отношения с мужем начали постепенно разрушаться. К сожалению, ни общий ребенок, ни сильные чувства не гарантировали крепкого брака. И в 2016-м супруги развелись. Без шума и озвучивания причин расставания. Второму мужу я очень романтично утром готовила завтраки, варила кашки или жарила яичницу. С третьим тоже, конечно, были интересные моменты, но вспоминать их теперь совершенно не хочется. «У каждого разрыва есть своя история боли», – резюмировала Яна. Чурикова отмечала, что очень благодарна Денису за тихий развод, ведь детали личной жизни – это последнее, о чем ведущая хотела бы общаться с окружающими. Сейчас Яна заменила Дмитрия Нагиева в новом сезоне вокальных шоу «Голос» и «Голос дети» на Первом канале. 44-летнюю телеведущую пригласил на съемки ее соведущий по конкурсам Евровидения Юрий Аксюта. Бывшая ведущая «Фабрики звезд» призналась, что работа в новом проекте стала для нее сложной задачей. По мнению Чуриковой, ее предшественник стал символом шоу «Голос». «Первое, о чем я подумала, впервые я прихожу на проект, где уже сложился образ ведущего. Голос и Дмитрий Нагиев – близнецы-братья, неразделимая история», – отметила телеведущая.